У нас в гостях знаменитый коллектив. Это Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Художественный руководитель, народная артистка России Александра Пермякова. С песней «Я на печке молотила». Ух ты! Кажись, несоответствие у нас программе, Матрёна. Какое? А такое, ведь же субботний, а хор Пятницкого. О, мило моя, хор Пятницкого полезно слушать в любой день недели. Согласна я, поддерживаю.